Сегодня расскажу о портативном радиоприемнике Орбита 2, Курический радиозавод. Три буковки R, эмблема Орбита 2, создан на базе предыдущей Орбита. Ручки регулировки, громкости, переключение волн. Здесь должна стоять батарейка, крона. Вот данный первый хозяин сделал блок питания. Также к нему имеется чехол, родной чехол с вставками, ручка для переноски. Здесь надпись Made in USSR. Чтобы понятно было габариты радиоприемника, спичный коробок для сравнения, то есть компактный. Сейчас проверим работоспособность. Тишина. Как говорил ранее, у нас длинные средние волны в нашем городе не ловит. Ну, пожалуй, все.